очень часто в социальных сетях публикуют в группах душещипательную фотографию, рассчитывая получить как можно больше лайков. Не будьте лохом. Сделайте простую процедуру. Посмотрите в интернете. Вот фотография, к примеру. Нажмите правой кнопкой мышки, и вы увидите следующую табличку, выскочит вам. Вот такая табличка выскочит. И тут есть пункт «Найти это изображение в Яндексе». Я его подчеркнул, специально показал. Сделайте это. И найдите изображение в Яндексе, и вот что вы увидите. Думаю, вы будете удивлены обилием сайтов, где использовано это изображение. Тоже так же для сбора лайков, скорее всего. Но это только в Яндексе, а есть еще другие поисковики, другие браузеры. Поэтому там тоже она будет и во многих других местах. Спасибо, что посмотрели. Я думаю, вы стали более образованнее, более разборчивы в интернете. И не попадете в следующий раз на такую улочку.